Здравствуйте, товарищи. Ну что ж, мы с вами продолжаем прохождение за Империю Ктулху. Мы тут, если я не ошибаюсь, вот этого завассалили в прошлый раз. И также мы сделали вассалом вот этого товарища. И вот этого. Это прекрасно. Чё я хотел? Я вот честно не помню, кого я хотел тут. Что сделать? Так, здесь у нас, во-первых, давайте разберемся, мир какой. Тут есть специалисты. Бьем торговлю плюс 20. А ну. Это деревенский мир. Это деревенский мир. Тут у нас перестраивается, строится. Кстати, можно сплавов купить. Все равно. Там пока они особо не нужны. Что у нас там с указами? Ну, потом мы это во время войны активизируемся. Аспар у нас бунтует. Статус видов повышен. Так, тут я начал заниматься различным делом. Почему я полезные признаки не могу убрать? Вот это я не понял. А, ну я же... А, погодите. Я только взял спроецированную эволюцию. Да? Подождите, так я чё? А, пока не могу еще, да? Я не докачал этот перк, поэтому... Давайте мы аквоидов создадим. Таких вот хороших. Так, еда нам нужна. Бережливые будете. Журнал обновлен. И, кстати, Аспар. Ктулху тут у нас есть, отлично. Давайте-ка... А, тут у нас терраформирование-то как раз-таки идет, да? Прекрасно. Корабли улучшены. Прекрасно. Корабли улучшены. Четвертый флот у нас улучшен. Этой технологии лучше бы принести доходы. Да, тут злобная у нас корпорация. Энергоядро, энергощиты. Давайте энергоядро. Технология такая, у нас ее нету, примитивной. Наступательная армия роботов. Ну, слушайте, самая дешевая, рабочие андроиды. Почему нет? Так, что нам предлагает Конгресс тупой? Помощь падшим? Да против, пошли вы. Какую чушь принимаете? У нас четвертый флот формируется прекрасно. Что здесь у нас? И чё? Зачем мне таких? Свободные послы-то есть. Статус видов повышен. Отлично. Создать. Один. А, так это у тебя базовый такой, понятно. Давай сильный, чтобы от вас толк был. И долго жили бы. Так. Погоди. Океанический мир. Обновить шаблон. И давай применяйся. Аполис. Аполис у нас терраформируется.
Так, давай, бюрократов больше. Решение. Давайте вот так. Представьте себе прибыль от этой технологии. Так, с едой у нас минус снова непонятный. Ничего, потерпим. Еды у нас дофига. Так, здесь пока строить я не вижу смысла, что Ктулху у нас. Кстати, я... Почему Ктулху правильно? Я же переименовал. Переименовал Ктулху. Ктулху правил. Еще одна передовая технология. А, нет, я не переименовал. Действительно, Ктулхуари. Не, Артем, подписчик, советовал. В принципе, мне идея понравилась, почему нет там. Так. Технологии, энергоядро. Прекрасно. Артефакторы производят на 10%. Ну а чё? Чё нет-то? Как раз таки у меня товары массового спроса вон падают. Так, тут я хотел полицейский участок построить. Понят. Порядок навели. Сканирование ресурсов завершено. Так. Прекрасно. Давай. Где у меня здесь есть? Угу. Пора бы заняться раскопками, да? Получить артефакт. Бум! Мы построили что-то. Давай. Так, ну-ка, рынок. Продай-ка нам сплавов немножечко. Отлично. Або мегаверфь. Они пришли за нашей звездной базой. Чё? Больные? Здесь что-то как-то мне не нравится. Я бы тут... Пиратства много тут, по-моему. Да, надо здесь построить. Там 66 надо. Улучшим порт. Полис. А тут что у нас армия? Почему? Так, где у нас Аспар? Вот здесь Аспар у нас. Слушайте, мне кажется, мы их и так сломаем. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, очки модификации роботов. Вот это, кстати, было бы неплохо. Так, аннулировать резолюцию. Че, идиот, что ли? Статус видов повышен. Так, вот, модернизировали. Так, расы. Ну, все в основном поменены. Право. Почему резидентство? Полноправное гражданство. Официальное. Полноценная. Чего нет? За это у нас вон энергокредит в минус пошел. Не только. Четвертый флот как раз таки. Атакуем враждебную станцию.
Вот, сразу вам сколько. Что, давайте здесь построим больше полицейских. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, отлично. Во! Блин, 32 тысячи, слушайте, много. Ну давайте. Хотя... Давайте лучше вот эту технологию изучим. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Да успокойся. Строительство завершено. Сейчас построим что-нибудь. Так, тут нормально, тут нормально. Здесь бы я построил. Как раз таки индустриальный мир. К вопросу. А предприятия-то нет. Ну тут вполне. Тут тоже смысл пока строить не вижу. Ну, здесь можно построить. Так, почему таких собираете? Давай Ктулху собирай. Еще погоди, вот этих вот. О, отлично. Так. Давайте тоже гражданские. Представьте себе прибыль от этой технологии. Да знаем, что они хорошие, не боись. Титаны, цитадель, стоимость линкора, во-во-во. То есть у нас с административным лимитом почти мы это, все хорошо. Только с едой у нас минус 135 идет. Но это вот как ситуация на планете улучшится, все будет нормально. У нас проблемы с редкими кристаллами. Так, ну что? Технология получена. Так, сейчас наши лучше будут добывать как раз-таки. Так, ну взлом кодов потом. Передовой научный центр, вот я бы хотел. Ксенофобия. Статус кораблей передовые. Статус кораблей. Кстати, передовые. А я в сектор-то не добавил вот эту систему. Давай, Аспар. Сектор здесь создадим. От бюрократа плюс 10, слушайся. Отлично. 17 тысяч. У нас реликт 2. Реликтовый мир, да, у нас тут. Изменить, построить я его не могу, да? А, уже могу, да вы что? Серьезно, что ли? Бум. Давайте копить. Я что-то не заметил, что у нас технологии появились соответствующие. Так, что у нас по влиянию? 9,8, хорошо. Мне вот это не нравится, разрастается империя. Но ее бьют уже. Корабли улучшены. Кто ее бьет-то? Я только не пойму. Ты кто? Ага, вот эта империя бьет. Хуже некуда, хуже некуда. Что у них у всех хуже некуда. А, ну вот он, чё они тут. Еще одна передовая технология обнаружена. Как-то слабовато сразу они это, старые. Научно-исследовательский центр.
Давай терраформируем океанический мир. Строительство завершено. Сюда переселим. Так, с Ктулхуари одного. Чтобы вы сразу Ктулху строили-то. Давай, Ктулху. Так, что у нас здесь? Так, открывает. Ну это, нам нужно. О, один объем торговли больше. Слушайте, во. Отлично. Вот эти вот больше момент дают. Так, готовимся к появлению монстра вот здесь. Статус кораблей. Передовые. Сколько у нас войск получается? Ну, под 60 тысяч. Ну, неплохо. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, линкор у нас теперь дешевле. Давайте с полулитейные заводы. Так, какая нам нужна? Так, это... Давай вот тогда строй. Технология получена. Будете еду добывать. Так, взлом кодов 16, тахионы сенсоры. Давайте сначала вот этот вот тахионное копье, потому что это реально может нас усилить очень мощно. И копье это мощь. С едой у нас карауль, правда. Но мы там военное положение объявили, поэтому... Может тоже? Давай Ктулху. Где наш Ктулху? Еще одна передовая технология обнаружена. Вот он, Ктулху. Ты будешь. Так, отлично. Чем мы исследовали, только я не помню. А вот, давайте улучшение. Титан, его на пушку потом лучше. Не одобряют они статус протектората. Так, я хотел вот этих поуничтожать. Давайте, слушайте, направимся. Сейчас мы... Блин, еще просто хан может появиться, я боюсь просто. Блин, долго они лететь будут, ну ладно. Незначительные истребительские станции, но вы идиоты, а? Не, не буду я это делать. Почему? Потому что где у меня реликт 2? Если я смогу 16 влияний, я лучше вот это лучше. 200 энергокредитов стоп взяли, козлы. Нехорошие люди. Слушай. Давай не будешь пока копать, поможешь в исследовании. Так, вот давай. Самый быстрый? А, ну да, у него скорость там самая лучшая. Так, что здесь? Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя. Отлично. Восстановление климата. Гражданских очки, гражданских моделей. Давайте вот эти жгутики амебы сначала. Так, сюда лети.
С едой караул прямо. У нас не на всю еду еще и добывается. Представьте себе прибыль от этой технологии. Армия геномодов, хорошо бы. Свалим. Ранее лидера. Где управляемся флотилией, давайте. Так. Строительные, давайте сюда летим. Там. Теми тоже лети сюда. Этих сейчас бодать будем. Я не хочу, чтобы хан у моих границ появился. Где-то там он, пожалуйста. Меня не надо. Представьте себе прибыль от этой технологии. Как мы отсюда нашли? Как мы увидели? Так, отлично. Производство металлурги. Это да. Металлурги, производство. Блин, у нас содержание кораблей выросло прям в несколько раз. Ну, потому что мы гармонично все дело это исследуем. Такая проблема. Сейчас еще Ктулху правим, да, должно. Вот физические исследования. Производственный центр создан. А самый главный мир просто офигенный. Ну, давай три забьем вот так вот. Они работали. Ксенофилия. Представьте себе прибыль от этой технологии. Давай научно-исследовательский центр построим здесь. Тахионное копье. Слушайте, огонь. Давайте так. Ага. Лот. Суперразвлекательные центры. Красно, Ктулху тут у нас строится. Ктулху 3/4. Империум. Вот этот, да, значит? У нас что-то вычит. Потом я ему покажу, как надо. Давайте парочку станций, пару оборонительных, чтобы он к нам тут не лез. То, видите ли, обнагрел. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, ну райский мир зачем нам? Армия геномодов, вот это я понимаю. Кстати. Аквоид, ну... Это я оставлю. Самое главное, вот, вот и вот. Журнал обновлен. Отлично. Сейчас у меня выработка конкретная пойдет. Так, создать шаблон. Что я тебе могу создать? Использовать жилье помещений. Скорость сбора, единство. Зачем лучше? Жилье сколько вы используете? Эффективные. А, вот они, эффективные процессоры. Давай так. Журнал обновлен. Так, корабли бы стоит модернизировать, ну ладно. Исследование завершено. Мы сделали это. Отлично. Роботы у нас пипец какие стали экономные. Так, шаблон мы полностью уничтожаем. Такой. Давай. Журнал обновлен.
Остался только такой вот. Исследование завершено. Мы сделали это. Так, где-то. Полностью уничтожаем этот шаблон. Все отлично. Робот у нас нормальный. Так, кстати, реликт 2. Где у меня там? Я бы хотел. Пошел археологический проект. А реликт 1? Ну что же его? Давайте-ка посмотрим, где он у меня. Ага, 91 влияние. А по деньгам-то я все могу. Да, давайте. Че нет-то? Журнал обновлен. Так. Давайте вот это откроем. Исследование завершено. Отлично. Все нормально стало. У нас едой получше стало совсем. Так, два флота готовы, ждем вот эти еще. Так, что у нас тут поменялось? Ух, нифига. Ну вот эта федерация тут бодается, надо бы ее бомбить ее надо. Еще одна передовая технология. Металлурги больше производят, прекрасно. Давайте. Какой там двигатель, я что-то? Импульсный двигатель. Ну, давайте. Кто стал нашим протекторатом? Ой. Отлично. Ну а чё нет? Чё нет? Так, а об исследовании почему мы не можем? А, мы так и так, да, ему даем? Этой технологии лучше бы принести доходы. Безжалостные капиталисты. Ну, они такие же, как и мы, да? Не? А, мы не безжалостные капиталисты, мы воинственные жители морей, да? Так. Вот теперь давайте сенсоры. Да вы что? О-о-о. Блин, хороший адмирал умер. Благо, у меня тут заранее заказан был. Бум! Мы построили что-то. Так. Все хорошо идет, слушайте. Да, мы бы хотели продлить сделку. У нас исследование неплохо идет. Так. Сейчас посмотрим, как мы их сломаем. Просто смотрите. Раз, раз, раз. Все, они уничтожены, считайте, в этой системе. Мы потеряли чуть-чуть. Несгибаемый кто-то получил, а кто? Ага. Зато здоровье. Так. Ух, да, мы тут не можем. Ну ладно, мы тогда просто уничтожим. Пофигу. Потому что хан нам тут вообще... Так, что у нас с реликт 1? Надо еще 18... Сколько тут? Ну, тут я скажу много. Самая мощная система. Атакуем врага. Но зато прокачаем командиров наших. Ликвидируем иностранное имущество. Действительно. Он адмирал, пятый уровень, третий.
Кто у нас? Так, я надеюсь, адмиралы у нас не поменялись. Сектора. Нет, подожди, сектора, где у нас? А, то есть у нас он переизбрался, да, по-моему? Блэк Уильям, черный Уильям. Нетолерантный правитель у нас. А, все-таки адмирал третьего флота, да? А, когда-то. Когда-то бывший, да? Технология получена. Так, двигатели новые. Давайте знания были в вратах. Так, реликт. Ктулху реликт. Пошло. Ну все, самые сильные войска уничтожены здесь. Это фигня полнейшая. Ну, потери... Ну, не такие большие, как я думал, но все равно. Благо плюс 10%. Аспар. Так, исключительно Ктулху у нас собирается. Почему мы не можем эту? Другую расу? Почему мы другую вообще расу собираем, я не понял. Так. Вот черная материя. Отлично. Радушие. Мне ваша федерация особо не нравится. Повышен. Отлично. Наша самая мощная раса прям пипец какая теперь. Офигенная. Давайте вот эту также улучшим. Журнал обновлен. Очень мощная, конечно. Слов нет. Теперь у нас вон 30% вид деятельности вообще. Все прям в рост пошло. Так, что здесь? Специалисты. Что у нас по ресурсам? Ну, давайте исследовательские центры. Здесь тоже специалист. Давайте. Вы где? А, ну тут пожалуйста, хан, если появится, вообще не страшно. Просто. Так. Аннулировать. Против. Древняя гробница. О, я, кажется, знаю, что это. Это, наверное, Зарклан опять мне улыбнется, да?
Так, ну чё, давайте вот этих интегрировать. Они неверные. Чтобы вот это полностью закрыть. Потом... потом подумаем, кого, может быть, вот этого здорового интегрируем. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, давайте... взлом. Так, о чем они? Ангелы-хранители. Время отклонена, я согласен. Журнал обновлен. Ага, там строительный корабль. Все, вопросов нет. Там строить не буду станцию. Сюда куда-нибудь возвращайся. Так, что у нас здесь? Все хорошо, идет восстановление. 2200. Так, а сколько будет интеграция идти? 21 месяц? Ну, ничего страшного, потерпим. Артефакторов повысим. Блин. Командиры у нас этих судов прокачались. Вот этот тоже. Пятый. Вообще это не советую с нами связываться никому. Так, что здесь у нас? Так, у нас здесь торговая защита повышается. Так, цитадель. Давайте знания об эльвратах. Губернатор у нас умер. Плохо. Мне вот этот нравится, хороший. Эрудит еще. Там уже. Статус вида повыше. Вот, вот такой. Так, давай создадим шаблоны из тебя. Так, чтобы больше работы эффекта от тебя было, и при этом, чтобы журнал обновлен. Так, что у нас здесь? Объем торговли плюс 10%. Ох, это просто огонь. Серьезно. Так, давай, раз у нас проблема. У нас. О, с едой перестала резко проблем быть, да? Потом построим. Кстати, надо переименовать какой-нибудь Ваброн. Переименуем. Так. Реликт наполовину второй. Скоро у нас. Вообще жесть начнется все. Развиваться будем быстрыми темпами, прям быстрыми. Так. Здесь можно исследования повысить. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя. Так, взлом есть. Давайте излучатель. Так, корабли у нас куда летят? Ну, правильно, здесь, кстати, верь большая. Вопрос. Правильно, в принципе. У нас исследования резко увеличились, потому что эрудитами все стали. Там кораблики, там сколько верфей? По-моему, 4.
Плохо. Так, этот шаблон уничтожаем. Так. Во-первых, все убираем. Такой нам шаблон нужен. Лысеньких надо побольше. Еще одна передовая технология обнаружена. Так, теперь врата мы узнали. Зарубе линкура. Давайте ионная пушка, титан. Че нет-то? Исследование завершено. Шивка с внедренными кристаллами, кстати. Должны сбросить этих врагов. Ты что тут делаешь вообще? Да откуда? А, понятно, это научный корабль. Ух ты, хороший ученый. Так, значит, дальше что у нас с расами? Давайте разбираться. Так, во-первых, почему резидентство? Полноценное. Почему резидентство у роботов? Как освобождены от военной службы? Полноценная. Так. Вот эта система не моя. 100% была. Давайте с нее начнем. Она и так вон 2.1. Тундровый. Сразу терраформирование океаническое. Так, ты как будешь называться? Вот так назовем тебя, Амурозий. Так. Так, здесь торговля и так нормально. Но мы... Так. Давайте-ка мы купим. Что нет-то? Чтобы... Было. Так, что здесь у нас? Кстати, по поводу армии. Аспар. Сюда высадимся. Так, Ктулху. Ктулху и только Ктулху. Статус видов повышен. Журнал обновлен. Так, а я не понял, какой мир? И там неправильных ктулху собирают. Почему релик этих собираешь? Ты что, офигел, что ли? На, это полнейший бред.
Только Ктулху, только победа. Каких Ктулху ты собираешь-то? Неправильных. Надо правильных собирать. Вот этих. Вот небольшая рутина. Так, ты чё? И тех собираешь? В принципе, нашли, где там не так собирали. Так, начали Ктулху собирать. Ай, почему Ктулху перестали собирать? А здесь я не понял. На Аспаре, на Аспаре вообще Ктулху мало, надо чтобы их больше стало. А этих почему собирают, я не знаю. Тут все нормально, да, те самых. А, тех самых собирает. Тут у нас что-то терраформирование идет, да. Так, вроде все верно. Так, знаешь что? Давай-ка вот этих собирай. И этих здесь. Знаешь что? А зачем здесь вообще верфь? Как-то так. Виды оптимизированы. Отлично. Планета у нас улучшена. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Блин, я забыл что-то, как их объединить. А, вот. Так, ты что тут вообще делаешь? Так, ну ты стоишь. А ты куда чего? А, ну ты-то наш. Почему они что точно такие же? Я что-то не понял, в чем разница-то? Они синий, сильный, синий Ктулх. Так вот, мы оставляем признак. А, вот этого нету, да? Ну, плохо. Журнал обновлен. Почему автомодификации нельзя отменять раньше? Всегда это отменяли, а сейчас нельзя. Статус видов повышен.
Давай создадим у тебя шаблон. Журнал обновлен. Статус кораблей – передовые. Статус видов – повышен. Так, отлично. Давайте дальше. Дуговой излучатель. Баг, что ли, я не пойму. Чем достойный? Почему достойный? Специальная. Так. Так, давайте с тобой разбираться. Журнал обновлен. Корабли улучшены. Да? Кстати, надо вот этим формированием адмирала нового нанять. Вот этого нанял. Станция атакована. А вы не это? Звездная база потеряна. Ничего так это, что офигели? Так, давай-ка первый флот. Пятьсот дней? Чё так долго? Статус кораблей передовые. Станция добычи потеряна. Негодяй, а? Так, релик 2. Специалист тут можно, да? Давай вот таких специалистов сделаем. А, тут гражданские репликаторы. Репликаторы! Че, можешь вот этого интегрировать? Сколько мы тебя будем интегрировать? А мы не можем, да, тебя интегрировать? Действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. 5 влияния. Нет, давай потом. Мы так разоримся. Пока пусть живут. О, правильно. Ага, правильно. Вот этот строит, этот нифига не строит. Он захватил станцию какую-то. Сколько статус минералов. Повышен. Давай с нуля создадим. Журнал обновлен. Так, у нас Андрополис-то. Корабли улучшены. Леополис, как он там? Этой технологии лучше бы принести доходы. Так. Давайте внедренными кристаллами. Технология почти. Еще одна передовая технология обнаружена. Отлично. 56, 21. Здоровье линкора давайте увеличим. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Ничего мы не выходим. Так, пятый флот будет у нас. Небольшой, но ладно. Ну да, Зарклан точно. Хорошо, что на нашей территории. Вот с вот этим можно повоевать. Он в федерации с этим.
действительно автоматический дредноут, кстати. С этими кораблями. Континентальный мир. Так, что у нас там? Статус видов повышен. Так. Вот этот шаблон уничтожаем. Этот шаблон уничтожаем. Так, во-первых, почему... А, ну да. Эрудит. Ну ты и так долго живешь. Давай, суперсильный. Такой. Чё я там тебе еще давал? Общинники. Не, давай тебе аквоид дадим. Раз такой. И общинники. Отлично. Журнал обновлен. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя. Действительно. Реактор 0 точки. Так, реликт. Давай Экуменополису у нас скоро появится. Статус видов повыше. Так, долой шаблон. Почти всех нормально мы сделали. Океанический. Не могу. Угу. То есть я не могу у них, да, это менять, что они в реликтовом мире привыкли жить, да? Может, тогда им приспособлены здесь вместо силы и эрудиции. А, ну они и так, он приспособлены, о чем я говорю. За счет живучих. Журнал обновлен. Статус кораблей передовые. Тронизироваться дальше. Статус кораблей. Передовые. Статус видов повыше. Отлично. Ставим шаблон. Во-первых, океанический. Сейчас. Журнал обновлен. Корабли улучшены. Так. Рыночная пушка на минус 10%. Отлично. Если можем закупать больше. А мы, кстати, и лидеры рынка. Вопрос. Статус видов повыше. Так. Ладно,
улучшены. Хорошо. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя. Его герой. Совет права вето получили. Прекрасно. Так, ну что ж. Я предлагаю вот этого напасть. А, он в федерации, да? А вот это что из себя представляет? Слабее. А этот уже некуда. То есть вот это он, второй. А где третий помощь? Вот это вот третий помощь. Они в отпуске, потому что тут какой-то вот это вот. Империи. А это, скорее всего, в Сайберекс. Слушайте, надо с этим воевать все равно. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Пираты. Представьте себе прибыль от этой технологии. О, прыжковый двигатель. Слушайте, отличная технология. Ура! Реликт у нас. Так, давай-ка. Отлично. Да, просто Экуменополис. А вот. Металлурга, ремесленника, вот, отлично. Вот так вот. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Представьте себе прибыль от этой технологии. Так, армия геномодов. О, скорострельность корабельных орудий, ничего себе. Так. Памятники природы. Короче, я против такого. Аннулировать. Совместные исследования, что, больные, что ли? Этой технологии лучше бы принести доходы. О, мегапроектин. О, вот это. Это вот это я понимаю. Технологии мегапроектирования. Вот это да. Это я понимаю. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Так, второй флот у нас. Давай модернизируйся дальше. А вы куда направитесь? Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Ну ладно, давайте модернизируйтесь. Араш у нас терраформировался. Наконец-таки. Теперь он нам... Видите, какой хороший мир себе представляет.
Так, ну остальных потом. Вот это единственный робот меня напрягает. Скучные. Так, а как, по какому шаблону сделано? Во. Журнал обновлен. Исследование завершено. Благо плюс 10. Природная инженерная. Инженерия вообще хорошо. Так, что у нас? Может быть, и давайте исследовательский мир сделаем это. Чё нет-то? Статус кораблей передовые. Так. Давай-ка сюда. Тут уже все это дело делают. Артефакторы. Литейщики где? Технология получена. Так. Давайте центр оздоровительных. Корабли улучшены. Прекрасно. У нас сейчас все дело восстановится это. Не, мегапроектирование это хорошо, что у нас оно есть. Сейчас технология откроется, это прекрасно. Это великолепно. Другому не скажешь. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя. Давай тоже будешь промышленный Каменополис. Приспособление плюс 5%. А чё нет-то? А чё нет? Ой, а у нас редкие кристаллы проблема, да, теперь? Редкие кристаллы, давай, редкие кристаллы, вот как раз таки здесь и построим. Третий флот освободится. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами. Отлично. Себя. Климата. Давайте вот притязание и рост усталости от войны. Давай наконец-таки технологии изучим. Ах, ничего себе, нам банк данных дали. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Как у нас сейчас технологии это как попрут, а? Плюс 25%. Так. Нас не устраивает. Бонус истребления колосс требуется. Стать кризисом я не хочу. Я хочу мегапроектирование, галактические чудеса.
Наверняка мы сможем. Селедки, да ты чё? Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Полети. Чай технологии мегапроектирования изучится, и мы возьмем бонус за стремление. Так, что у нас? Плюс 2. Слушайте, у нас с редкими ресурсами прям вообще караул. Сколько у нас затрачивается. С другой стороны, зато большой прирост у нас. Смотрите, сколько сплавов у нас. У нас с минералами теперь. Караул. Почему у нас здесь нету для роста? Слушайте, тут надо и по и генные, и по сбору. Вот так вот. Еще одна передовая технология обнаружена. Социологические исследования. А почему бы нет плюс 20%? Два района могу построить, кстати. Технология получена. Так. Гипер... Гиперщиты давай. Вау, да с этой технологией мы превзошли. Отлично. Сами себя. Искусственный мир, да ты чё? Прикольно. Вот теперь бонус за стремление. Мегапроектирование. Где тут? Ай, блин, нам же надо восстановить один из этих объектов, чтобы его получить. Чё тогда? Мастера-строители, может быть, или рожденные в пустоте? Давай рожденные в пустоте, потому что они, ну, реально превращаются в огромные такие, это, вариант. Ну. Сколько у нас бонус за стремление? Раз, да, достаточно будет. Рожденный в пустоте. Сразу. Плюс 2. На. И мы можем, кстати, здесь ресурс понастроить благодаря этому. Так, давай. Так. Кстати, а чё бы нам не построить среду обитания? Вот здесь вот. А, тут есть, ну. Да, тут управим, чтобы он еще лучше был. Еще больше. А, я и над самим Ктулху могу построить. Че себе? Давай над самим ним. Так, ну мы готовы. Так, где у нас? А вот вы. Отлично. Кстати, с кем мы
с этим хороших отношениях, с которым мы воевать, да, хотим? О, предложить статус протектората, а чё нет-то? Давай к нам, давай, давай. Отлично, еще одно государство стало нашим протекторатом. Ну, смотрите, какой большой регион мы контролируем. О, исследование. Аспарит, хорошо. Давай, исследуй там что-нибудь. Тут я понимаю. Тут, кстати, пока кто у кого есть возможность, давайте сделаем. Завершено. Не принят. Ну и пофигу. Так, сейчас здесь начнется битва скоро. Еще одна передовая технология обнаружена. Может, две шахты добавить? Нам нужно больше шахт. Административный лимит плюс 15%. Хороший момент, кстати. Ой, во, вот что еще хорош. Слушайте, а что вам не нравится здесь? Узават. Узават, где тут? Ну вот они океанические, что вам не нравится? Счастье низкое. Давайте так сделаем. Объект наследования. Что у нас тут? Торговый мир. Давай урбанистически сделаем с тебя. Объединяйся. Третьего уровня вот этот ученый стал. Я чувствую, он скоро исследование это найдет. Он шанс прорыва 20%. Сейчас, сейчас. Так, давай-ка к тебе добавим линкор. Так, а на верфи у нас вот здесь вот верфь на Ак, да? Давай-ка улучшим. И Ктулху давайте-ка улучшим. Так, указа.
Еще одна передовая технология обнаружена. Гиперщиты. Строительство врат. Дозорный комплекс. Научный комплекс. Давайте научный комплекс исследовать. Пока такая возможность есть, его быстренько изучить. Больше нас. А чё, давай. Пассивный, блин. Спиритуализм. Пассивный, да? Это если мы активируем, да? Ну, давай содержание уменьшим просто и все. Давай-ка здесь. Он в главной системе разрастаться, будет очень мощная торговая и не только. Два экуменополиса. Ой, я, кстати, забыл, да, про гражданские модели там. Вот, дипломатический вес плюс 10%. Так, для реформы нам нужно 250. Сделаем реформу попозже. Сканирование ресурсов завершено. Ачивы. Ага. А это что это? О, крепость. Неужели? Ну, когда там? Так, что мы выберем? Господство можно. Дипломатия нафиг. Приспособление этой еды нам даст. Становость переселения. Ячейки свободны. Ну, вот это неплохо. Махинации вообще нет. Упорство. Не. Не. Лучше господство. Выбрать. Технология получена. Искусственный мир, прекрасно. Мега пушка, здоровье титана. Давайте мега пушку. Строится там линкор. Построился уже, да? Давай еще парочку линкоров. Этой технологии лучше бы принести доходы. Приспособление плюс 5%. Давайте. Это на счастье влияет. На много что. Так, здесь нам жилья не хватает. Почему? Давай, прыгай и исследуй, в чем проблема. В чем проблема? Следуем. Это объявило войну этому? Серьезно? Тебе не кажется, что тебе далеко? А, ну вот они его. Действительно, территория.
Это Империум человечества, да, я так понимаю. А, нет, это они их поглотили. Ничего себе. Псионика. Технология получена. Так, приспособление. Мегаверфь. О. Что это такое? Давайте мегаверфь исследовать. Пригодится вещь. Так, я не понял, почему тут не Ктулху у нас? Почему не рост? Технология обнаружена. Круто! Почему не... А почему тут не Ктулху? Опять не понял, почему у меня все сбросилось кое-где. Так, столица. Прям. Огонь. А чё у меня модификация против стоит? Непонятно. Какая технология? Гигапушка? О, роботы синтетики. Вот это я понимаю. Технологии пошли прям шикарные. Так, давайте, пока есть такая возможность... Где вообще? Это вот. Так. Давай улучшить. Улучшить. Улучшайся. Прогноз планетарной эксплуатации получен. Улучшить. Цена падает, начинает постепенно. Хорошо. Строительство завершено. Скорочный верх титанов. Пошло. Пошло дело. Так, что здесь нам предлагают? Чего? Так. Против. Так, ну и когда чего тут? Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Да не боись. Блин, тут надо что-то делать. Так, давайте вот этот флот сюда направим, пусть. Чё себе, линкор. Галеон вражеский приперся. Прям с пиратством, прям вообще караул. Модернизируйся. Сканирование ресурсов завершено. Станция 4 у нас это будет. Давайте колонизировать ее. Где у меня? Ктулху.
Так, реформа нам Еще надо. одна передовая технология обнаружена. Отлично. Лидеры синтетики. Давайте роботы модификацию. Еще одну сделаем. Так, ну что? Статус кораблей. Передовые. Давайте-ка реформу проведем. Так, бюрократы. Повышается на один стабильность. Нет. Дипломатический корпус. Вот вес. Хороший вариант. Содержание поселения тоже. Счастье, да ну нафиг. Искатели удовольствий. Нет, не хочу. Пища в славы. Сплавы. Нет. Дуэлянтов можно. Вот дуэлянты хорошо. И урон армии, и благо, и единство, и вместимость. Вот культ воина мне понравился. Хронисты. Неплохо. Специалист приводит на 10%. Ничего себе, однако. Очень хороший вариант. Это нет. Это нет. Да, ну. Вот прославленный адмирантийство неплохо. Но это зачем? Кстати, в исследование, кстати, неплохо. Там сколько? Чуть, наверное. Шахтерские гильдии неплохо, кстати, можно было бы, но... Не. Мне вот больше нравится все-таки веронтократия. И вот это, вот эти три очень мне больше понравилось. Вот эти вот три. Ну, культ воина. Мы так на войну нацелены. У нас единство, лака, вместимость, урон. Эти единства исследования, эти специалисты на 10% увеличат производство, а тут хронисты. Их опять же строить надо, вот это уже будет построено. Артистов заменяет. Вот это вообще ничего не надо строить. У нас на сплавы тогда удар пойдет, если мы культ воина возьмем. Поэтому давайте меритократия. Все-таки. Больше производить будем. Сканирование ресурсов завершено. Хочу то, что вы там предлагаете. Так, знаешь, что здесь надо? Вот фабрика по очистке кристаллов. Ну и скоро ты тут будешь, не? Я уже тут флот сколько держу времени. У него все прорывы, шанс ноль. Подготавливаем планету к добыче ресурсов. Пошла станция колонизироваться. Этой технологии лучше бы принести доходы. Отлично. Давайте дозорный комплекс. Надо бы мегаверф, когда начнем мы, тогда и... Прогноз планетарной эксплуатации получен. Журнал обновлен. Угу.
Абиан. Хранители знаний. Блин, вы немного ли требуете, а? Давай тебя туда поставим. О, еще какой ученый, ничего себе. Строительство завершено. А вы что, нам границу закрывали? По-моему, нет. Модернизировался. А еще модернизируйся. Этой технологии лучше бы принести доходы. Размер совета против. Вообще бы я за два бы. Что у нас сейчас? Незначительные военные санкции. Модификация робота. Давайте гигапушка. Так, это основателя. Станция 5 больше. Конкретно заселять. Статус кораблей. Передовые. Да, а что 13 всего лишь? Раз передовые-то. Значит, живут меньше, мощно атакуют. Понятно. Че, можешь вас интегрировать? Сколько? 71 месяц? А, давай интегрировать тебя. Бум! Мы построили что-то. Бум! Мы построили что-то. Собаки производят единство. Столичный... Сражение дает жилье, повышает параметры жилье плюс один. Неплохо. Максимальный уровень вибрант плюс два. Давайте жилье лучше. Нет, вот увеличенные смены, конечно. А, это приказ увеличивает смену. Нет. Зачем? А вот это вот реально неплохо. Бум. Мы построили что-то. Нам дает кое-что. Что мы можем? Транзитный канал. Гидропонный отсек может быть лучше. Тоже гидропонный отсек, чё. Так, здесь на границе я, пожалуй, вот это поставлю. Ну и гидропонный отсек. Улучшить. Строительство завершено. Так, какие ресурсы? Экзотический газ у нас, караул. Так, что здесь? А, гидропонный отсек, чтобы с едой вообще проблем не было. Можно будет ее и торговать. Строительство завершено. Бум, мы построили что-то. Чё? Возможности проанализированы.
Строительство завершено. Сколько у нас тут всего строится прям. Да, конечно, это так себе. Он начинающий, но какой у него вон разумный и помощник, и не только. Потенциал у него огромный. Технология обнаружена. Круто! Отправный отсек. Так, управляемость флотилии. А давай так. Верфь что у нас? Кораблей. Передовые. Сборочная верфь. Все хорошо. Так, здесь мы улучшим. Так, мы можем еще базу улучшить какую-нибудь. Давайте на рынке купим и улучшим еще одну базу. Отлично. Все станции все у нас улучшены до максимума. У нас флот уже под сотню уже. Неплохо. Чё ж. Статус кораблей. Передовые. Второй уровень. Но это очень такой парень перспективный-то. Бум! Мы построили шанс прорыва ноль. Строительство завершено. Долго. Технология. Я уже повоевать бы успел бы. Так, содержание лидера. Чайка, скорость развития колонии. Тип становления климата уже. Гигапушка. Лидеры синтетики, а чё нет? Лидеры синтетики, они вообще это... Живучие до нельзя. Статус кораблей. Передовые. Колония создана. Дай пять. Так, давай сначала так. Прогноз планетарной эксплуатации получен. Строится. Прекрасно. Постепенно развиваемся, но вот меня вот это вот ждет. Жду я пока вот. Сложность большая. Возможности проанализированы. 71% лишь чего на всех остальных. Ну, давай заключим коммерческий пакт. Че нет? Че нет-то? Тоже Аквойт, а почему он предпочитает засушливый мир? Почему у нас резидентство? Резидентство. Тем более у аквоидов. Да
Или аквойт мы сделаем. Так. Журнал обновлен. Так, ну что ж. Продолжаем. Что у нас тут? Ну когда же реформы докопается-то? Ну вот 30% скоро сейчас докопается, парень. В прямом переносном смысле. Надеюсь, он убежит. Но я выберу вариант, чтобы он убежал. Так, что у нас по ресурсам? Двери оптимизированы. Так. Что у меня там по верфям? Все хорошо. Можно, кстати, титанов заказывать. Давайте в третий флот закажем. Тут как раз таки... чтобы усилить. И нам позволят сюда? Да. Сколько тебе там? 2000, может быть, еще позволят. Может, в этот получится еще? Не-а, всего два, да? Ну ладно. Сюда тогда давайте пару линкоров. Строительство завершено. Отлично. Планетарный производственный центр создан. Прекрасно. Так. Что мы тут сделаем? Давайте сначала так. И вот так. Хотя нам кто-то умер. Робот строить не нужен, нам вот этого нужно. Так, не приняли. Отклонили незначительные военные санкции. Да ты чё? Третьего флота, парень. Пятого уровня. Командор умер. Эх, печально. Ну ладно, что ж делать. Ну, агрессивный. Технология получена. Отлично. Давайте вот это. Больше обслуживания мы это можем позволить, но больше производят. О, кстати, мы теперь этих поглощаем и... сколько? 33 месяца, чуть меньше мы года. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Так, ура. Мы должны сбросить этих врагов. Мы потеряли так. Исследовательский корабль. Да ты чё? Потеряли все-таки. Такой хороший. Сканирование ресурсов завершено. Ну что, мы рубрикатор получили? Да. Секрет Ютов. Давайте откроем, что нам там дадут. Я не помню, чего у Ютов было. Кстати, давайте модернизироваться. Прекрасно, закончили мы это дело. Технология обнаружена, круто! Хороший ученый такой был, обидно, что мы его потеряли. А это здоровье линкора, причем продвинутое. Так, двухъярусные кровати. Исследование завершено. Что у нас? Сделали это. Начать процесс. Это что это дает? Капустошение, но действие приспособления. Ну а зачем это? А, ну это бесполезная технология, считайте. Ой, пустые. Надо вот этих вот запротекторировать. О. Так, давай-ка. Направляйся в эту систему. Что мы сделаем? Наймем армию. 4.05. О, геномоды. О, Ктулху. 9.9.
10. О, Акана, да? Это вот эти Акана. Ну, Акана прям геномоды. Это геномоды клонов. И, конечно, хороши. Чуть-чуть лучше наша. Пусть служит. Озорный комплекс, строительство врат. Надо бы строительство врат открыть. Еще одна передовая технология обнаружена. Давай. Вот это тоже исследуем. Так, среду обитания построим. Слушайте, вот здесь вот можно это здание убрать. Тут построить. Ой, а мне не хватает, да? Ладно, потом заново построю. Возможности проанализированы. Что у нас тут флот-то? Три верфи. Модернизируется постепенно. А где строится-то, я не пойму. Ктулху. Мы построили что-то. На Ктулху. Мы построили что-то. А, ну да. Один на Ктулху. Так. Космическая база какая? Вот это, да? Чё мы построим-то? Стабильность плюс 5. А давай стабильность плюс 5. Чего нет? Здесь вот это, суперкомпьютер, оборонительные системы. А гидропонный отсек. А здесь тоже гидропонный отсек. Здесь суперкомпьютер. Вот так вот. Вот он, Хан. Надеюсь. Журнал обновлен. Так, где у меня там строительный? Если он ко мне не прилетит, но вот видите, он Эльврата захватывает все. Вау! Да с этой технологией мы превзошли сами себя. Так. Следящие импланты. Чего они дают? Указ, да? Давайте предел управляемости флотилии. Ох, вот это сейчас империя не поздоровится. Ох. Эволюционисты, ксенофобы, в первую очередь им. Корабли улучшены. Чем мы будем принимать? Влияние нам больше, кстати, ежемесячно. Отлично. Строительство завершено. Технология обнаружена. Круто. Так, максимальный уровень лидера. Да, давай. Исследование завершено. 8000, нифига себе, исследований. Ну, неплохо, слушайте. 8000 исследований. А кто, блин, против такого? Никто. Пиратство здесь большое. Либо станцию построить. Возможности проанализированы.
Ну чё ж. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Так, сейчас модернизируется. Корабли улучшены. Так, знаешь, что куда лети? На АК. Там модернизируешься. Входящая трансляция. Статус кораблей передовые. Кстати, знаешь что? Давай за. Технология получена. Надо вето наложить на это. Переместить галактический рынок. Так. Уникальные технологии везде исследуются. Потом эти указ, если что, сделаем. О, да, пошло дело. Тут они... А, это не проповедующие изувера. А, не эти. Ну все, покорили мы. Можем и... Автоматический дредноут. Двадцать пять, да вы чё, блин? Сразу видно, где кого. Система. Так, кстати. Почему вы такие? А да вот таких. Журнал обновлен. Что касательно тебя. Так. Почему здесь не построено вот это? Тут я не понял. Давайте бюрократов увеличим количество. Ктулху. Сколько приспособленность будет? Нормально. Что это? Пока непонятно. Пусть на автомате будет. Хотя пусть автоматически. Ну, вот мы можем с этими воевать, кстати, за Эльврата, за редкий ресурс. Вопрос. Вот это нам нафиг не нужно. Подумаем сейчас. Здесь торговать надо, система.
Вот это мы уберем. Здесь я не вижу смысла. А, тут планета, да? Ну ничего, понизим статус. Мы тут лучше оборонительные платформы поставим. Даже так, да? Что они дают? Знаешь, что? Входящая трансляция. Хочу я статус ассоциации получать. Здесь мы, кстати, сектор создадим. Самого здесь уничтожить станцию. А вот здесь надо улучшать, наоборот, ее. Причем не такую. А вот такую. Выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Входящий звонок. Перенаправьте его на голосовую почту. Так, здесь мы, пожалуй, делаем. Так, будешь горло добывающим миром. Здесь тоже, да. Не индустриальный, тоже будет добывающий.
Это будет у нас деревенский мир. Здесь мы вынуждены просто ситуацию изменить. Аур будет у меня мир это. Так, а вот этот вот мир что? Старост. Давайте здесь сектор создадим. Сейчас все проблемы тут решим. Действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Как-то так. Наша империя. Перенаправьте его на голосовую почту. Ширится. Надо всех вот этих соответствующих сделать. Так, мы копим на мегаверфь. Сбросить этих врагов. Нифига себе. Слушайте, это они к нам могут прилететь таким образом. Срочно прям сюда. Технология обнаружена. Круто. Летим оттуда. Тут и чё? Не, ну ничего себе. Вы чё, обнаглели, а? Статус видов повышен. Входящая трансляция. Это он офигел, что ли? Инопланетяне связываются с нами. Технология получена. Тот хан у меня сейчас получит. Этой технологии лучше бы принести доходы.
Так, давай, Джаггернаут. Преображение, длительность. Ай, этот флот сюда. Журнал обновлен. Еще одна передовая технология обнаружена. Отлично, строительство врат. Прочность щитов. Знаешь, что мне придется здесь построить базу? Приразумные, заточенные под ускоренное потребление. Журнал обновлен. Статус видов повышен. Я не понял, почему у меня тут Ктулху не может быть. Честно, надо пошло такой. Давай мега верфь начинай строить. А за что у меня влияние осталось? Да я не понял. Посмел здесь систему строить, ан гребаный. Ты у меня сейчас получишь. Блин, все-таки долетел до меня. Уклоняемся от врага. Бум! Мы построили что-то. А, кстати. Раз-таки копил на право вето. Журнал обновлен. Кто там? Да вы шутите, а? Это вот офигенный генерал умер. Кстати. Самый лучший, наверное. Строительство завершено. Входящая трансляция. Вау, да с этой технологией мы превзошли сами себя.
Что? Виды оптимизированы. Отлично. Журнал обновлен. Виды оптимизированы. Мне надо следу вот эту штуку сделать. Без нее никуда. Чё? А здесь в чем проблема? Какое, блин. Бум! Мы построили что-то. А лист строится так. Строительство завершено. Этой технологии лучше бы принести доходы. Так, в квадрат мы пробрались. О, нанитовый преобразователь. Ничего себе. Что у нас тут? Предложение. По военной готовности. Согласен. Строительство завершено. Этой технологии лучше бы принести доходы. Минералы больше. Бум! Мы построили что-то. Так. Надо шаблон создать. Так, мы не можем тебе долговечный дать. Журнал обновлен. Пиратство, ничего себе мощное какое. Ничего. Уберем его. Виды оптимизированы.
Твой шаблон надо сделать. Ну а вот зачем? Можно и так. Журнал обновлен. Так, уничтожаем это. Возможности проанализированы. Журнал обновлен. Грибы. Придется вот на это пойти. Повыше. Так. Журнал обновлен. Виды оптимизированы. Журнал обновлен. Остальных не будем трогать. Возможности проанализированы. Что, давайте пятый флот направим вот сюда. Виды оптимизированы. Стоимость строительства давайте поменьше сделаем. Строительство завершено. Да? Да, товарищ, давай, давай. Попади на эту станцию, ничего у тебя не получится. Следующий. Так, а ну-ка, хан тут. Ну, хан тут шороху наводит нормально. Я так смотрю. Инопланетяне связываются с нами. Бум! Мы построили что-то. Строительство завершено! Технология обнаружена! Круто! Руби Титана. Мы оторвались своему весу. Так, я хочу мегапроектирование вообще. Сферостроитель тоже хорошо было бы. Меняющие миры. Ну да, ну. Окружение воды. Нужен проект Колосс. Да?
Давайте проверим. Войда эволюционировали. Ну и что там нам дадут? Какое решение? Танцы по добыче льда. А как ее построить? Посольский корпус. А как ее? Станция по добыче льда. Что нам это даст? Еще раз. Плюс один. Ничего себе. Слушайте. Неплохо, однако. Что нам надо? Летучие пылинки. Вау, да с этой технологией мы превзошли. Оригинальная механика. Себя. Ладно, давай следящие импланты, но использовать это не будем. А не легче ли нам прыгнуть сюда? Бум! Мы построили что-то. Пиратство почти уничтожено. О, станция Лем. Ой, станция Звезда Лем. Наверное, отсылка на предыдущее обновление. У нас не на максимум сделано, но ничего. Отлично. Стратегический командный центр нам нужен. А можем его построить? Нет. А вот зона строительства врат, да. После этого все это дело сделаем мы. Административный лимит у нас. Хорош. Позволяет много что. Строительство завершено. А чё второй флот такой слабый? Давайте ему пару линкоров дадим. Еще
Еще одна передовая технология обнаружена. Еще здоровье титанов. Сканирование ресурсов завершено. Технология получена. Строительство завершено. Так. Так, приспособленность. Наш исследовательский корабль атакован. Угу. Все ясно. Тема враг теперь у нас строится. Прекрасно, что они осваивают кибернетику. Мы хотим другого возвышения, к примеру. А где там ресурсы редкие? Блинки. Так, давай перерабатывающие. Давай Ктулху собирай. Какая тут пчела вас опять укусила? Конечно, за. Какой мы выберем вариант приспособления, чтобы нам не поможет. Потом свободный ячейк сооружения. Ахина, гармония. Дипломатия. Давайте дипломатия, потому что дипломатический вес мне больше нужен, как ни странно. Технология обнаружена. Круто! Давайте максимум космических баз, почему бы нет? Строительство завершено! Станция. Что у нас Нептунку собирается? Давайте-ка. Еще одна передовая технология обнаружена. Какая? Строительство, это хорошо. А еще строительство уменьшим. Если бы не Хан, мы бы небесные чертоги. Жилье
Плюс 20, нифига себе. Давай вот здесь построим на станции 1. Журнал обновлен. Мы действительно выходим за рамки бюджета с этими кораблями. Так. Может, кто-то хочет протекторатом моим Этой технологии лучше бы принести доходы. Принц платформы хорошо звучит. Ох, как хан всех там долбает. О-о-о. Страшная рыбка какая. Ну ты чё? Серьезно? Мы построили что-то. Можно из этого вассала, кстати, сделать. Пусть пока там Аном мы разберемся. Сюда прилетел, фиг знает откуда.
построили что-то? Корабли улучшены. Бум! Мы построили что-то. Ты будешь... Вот. Ладно, давайте на этом заканчивать. Итак, длинное прохождение. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Поставьте кого-то сегодня, товарищи.